Я хотел бы остановиться еще на таких сортах, как Бажена. Тоже очень хороший товарный виноград. Крупная ягода, крупная гроздь. Вот, бело-зеленого цвета сорт, ранний, в августе месяце вот, созреет. Ягода очень напоминает ягоду Аркадии. Такая же пулевидная, очень крупная. Вот, тоже гарантированно средней устойчивости против болезней. Анюта тоже очень похожий на эту тройку, но он созревает позже намного, где-то в начале сентября месяца. Вот, ягода похожа, и гроздь красного цвета, вот, но более ароматный. Вот здесь можно ощутить и мускатный аромат, вот, но позже созревает. Перед вами сорт Виктория. Он у меня уже давно, лет 20. Сорт неплохой. Преимущество этого сорта — его устойчивость как к грибным болезням, так и морозу. Из столовых сортов он, пожалуй, самый устойчивый по морозоустойчивости. Недостаток этого сорта, конечно, есть, он однополый и опыляется довольно плохо, поэтому надо это иметь в виду. Вот во время цветения, если погода плохая, имеется в виду дожди, похолодание, понятно, что нужно обрабатывать гибереллином. Вот тогда эту проблему можно избежать. И еще одно «но». Хотя устойчивость очень высокая к мильдию и оидиуму, но антракнозом сорт поражается. Правда, в начале вегетации вреда особого не приносит. Вот. Но надо иметь в виду и обрабатывать теми же препаратами, которые применяются для обработки против мильдию. Вот. А так сорт стоит сажать, сорт неприхотливый. Вот. Можно даже не укрывать в южных и центральных регионах Украины. Вот. Еще преимущество то, что середина августа, вы уже видите, что вызрела лоза. Это очень большое преимущество сорта. А что вы можете сказать по силе роста? Его как, корнесобственным или на прививках? Сила роста средняя. Вот. На прививке я не знаю, как он себя показывает. По всей видимости, на прививке будет крупнее ягода, крупнее гроздь.
Вот, но наверняка созреет позже. Да, и еще нужно добавить о вкусовых качествах. О, сорт с мускатным ароматом, вкус прекрасный. О, поэтому это тоже достоинство сорта. Спасибо, Василий Евдокимович, за полезный и интересный отзыв про столовую форму винограда «Виктория». Она действительно заслуживает внимания и того, чтобы ее выращивали на приусадебном или дачном участке в средней части Украины или в более северных районах. Красивая, вкусная и крупная ягода, гроздь, устойчивость к болезням, морозу – все эту столовую форму делает привлекательной как для виноградарей, так и покупателей ягод на рынке. Перед вами сорт кишмишний Велес. Велес – это бог плодородия в древних славян. О. Із кишмишних сортов, на мой взгляд, йому сейчас равних нет. Конечно, недостаток у него есть. Четвертый класс безсемянности в жаркую погоду может быть мягкосемянные ягоды, но это небольшой недостаток. Если последнее время практически лет 30 король кишмишных сортов был кишмиш лучистый. Он у меня есть, я не скажу ничего очень уж плохого о нем, но на мой взгляд, в настоящее время король кишмишных сортов – это Велес. Вот. Сорт, хороший вкус, с мускатным ароматом, очень крупная товарная гроздь, красивого цвета, красного. Вот. Крупная ягода, как для безсемянного сорта. О, вот вы видите, куст молодой, еще ему 3 года. Вот, не везде выборочно можно снимать. Вот, другие грозди еще не набрали цвета, хотя вкус уже хороший. Сахар набрал прекрасно, но это еще середина августа месяца. К недостаткам относили и еще то, что он очень неустойчив к болезням, вот, как и все сорта народной селекции. Я бы не сказал это насчет сорта Велес. Вы посмотрите вот вверх, насколько чистые листья. А этот год непростой. Вот, и поражение мильдью других сортов очень большое. Вот, даже сорта селекции институтов, которые расхваливают свои сорта тем, что они очень устойчивые, это не совсем так. Вот здесь у меня рядом сорт блестящий, вот, создан на основе Виктории. Казалось бы, должен быть сорт устойчивый, но устойчивость его намного ниже, чем от сорта Велес. Поэтому я с этим не согласен. Устойчивость его, ну, средняя, вот, не ниже. Обрабатывать нужно. Вот.
Поэтому на сегодняшний день, на мой взгляд, это самый перспективный, самый лучший кишмышный сорт. И нигде я не встречал отзывов по этому сорту, каких-то там плохих. Вот, все восхищаются этим сортом, и есть чем восхищаться. Ну, какая крупная гроздь. Это возле самой земли, да? Да, это я хотел рукав дополнительный вырастить, вот он. А на нему гроздь зацепилась. Ну, так как сила роста побега была мощная, я гроздь оставил. Правда, нужно ее было немножко приаккуратить, убрать низ, удалить вот такие мелкие порченные ягоды. Вот она созреет через недельку и будет такая же, как и вот и другие гвозди. Прекрасный сорт. Ватра – столовая гибридная форма винограда раннего срока созревания. Народного украинского селекционера из Львова Павлія Богдана Михайловича. Получено в 2002 году от свободного пыления сорта «Шахтер». Грозди крупные и очень крупные, массой 600-800 грамм. Ягоды крупные – 8 грамм, темно-вишневые, гармоничного вкуса с насыщенными тонами. Высокая устойчивость болезни и морозу – минус 28 градусов по Цельсию. Вот что говорит об этой столовой гибридной форме ватра виноградарь из села Мачухи Якушенко Василий Евдокимович. Ну, давайте. Перед вами сорт, мало распространенный, новый сорт, вот, создан во Львове, Павлієм, любительская селекция. Сорт называется «Ватра». Вот, сорт интересный, вот, сорт очень устойчивый к болезням, устойчивый к морозу. Заявленная морозоустойчивость 27 градусов наверняка соответствует, вот, но это надо испытать. Но в этом году прикрыт он был слабо, вот, снега было мало, но все равно морозы до 30 градусов у нас были, сорт прекрасно перезимовал. Вот. Грозди средние, очень уже в таких крупных не бывает, да они и не нужны. Вот, прекрасный гармоничный вкус. Вот. Хотел бы обратить внимание на вызревание лозы. Вот середина августа месяца лоза уже практически вызрела. Это большое преимущество сорта. Поэтому для начинающих, для виноградарей малоопытных, это прекрасный сорт, потому что вырастить его намного проще. Вот, он более устойчивый, хорошо вызревает лоза. Он у вас всегда сохранится. Вот, так что такой сорт посадить стоит. Этому кусту сколько? Вот это 2 года ему. Вот. С мая месяца 3-й год. Вот. И уже довольно солидный урожай вы снимаете. Да, вполне, и сорт тянет урожай. Вот, прекрасно. Столовая гибридная форма винограда очень раннего срока созревания, выведена селекционерами в НИИВ имени Потапенко «Россия» путем скрещивания сортов «Талисман на восторг» на «Восторг мускатный». Грозди крупные и очень крупные, массой 600-1000 грамм, отдельные до 1500 грамм. Ягоды овально-яйцевидные, очень крупные, массой 12 грамм. Янтарные, гармоничного превосходного вкуса. Мякоть мясистая с тонким ароматом. Дегустационная оценка 8,9 балла. Устойчивость галахада к грибковым болезням высокая. К морозу минус 25 градусов по Цельсию. Вот что говорит об этой
формі Якушенко Василій Докимович, виноградар із села Мачухи, что на Полтавщині. Перед вами сорт Галаха. Создан в інституті імені Потапенка Новочеркаськ. Сорт сверхраннього срока созрівання. От, очень устойчивий к грибним болезням. Даже по этому году видно, что даже признаков болезни на нем нет. Вот. Сейчас 24 июля. Вот ягода уже размягчилась. В начале августа сорт созреет. Очень ранний сорт, да? Для Полтавщины это очень хорошо, рано очень созревает, да? Да, сорт из сверхранних сортов, вот, пожалуй, ему нет равных. И по срокам созревания, и по вкусовым качествам, да? Ну, это идет разговор о неокрашенном сорте, потому что здесь что кому нравится. Если брать окрашенные сорта, то понятно, там свои есть лучшие сорта. Если красного цвета или вот, синего цвета ягода. А это из сортов неокрашенных. На мой взгляд, вот. Ну, раньше конкурентом мог быть Супер Экстра. Он похожий, тоже крупная гроздь, крупная ягода. Вот. Сорт тоже неплохой. Вот они, спелые грозди винограда Юпитер, кишмишного сорта из США, выращенного на Полтавщине в селе Мачухи, Якушенко Василием Докимовичем. Этот сорт сейчас пользуется большой популярностью среди любителей винограда. Об особенностях выращивания бессемянного сорта Юпитер рассказывает виноградар из села Мачухи, что на Полтавщине, Якушенко Василием Докимович, который уже третий год испытывает его на своем винограднике. Перед вами сорт кишмишный, американской селекции сорт кишмиш, этот Юпитер. Сорт уже созрел в начале августа месяца, хороший сорт, мне он нравится, вот, прекрасный вкус, вот, уже вызревает лоза, но я хотел обратить ваше внимание совсем о другом. Вот это корнесобственный саженец. Вот посмотрите на него прирост. Прирост средний или даже ниже средний. Вот. А сейчас я вам покажу куст на прививке. Вот. И вы увидите большую разницу. Поэтому нужно это учитывать. Если вы сажаете корнесобственный саженец, значит, сила роста ниже средней. Но зато созревает он раньше, сахаронакопление выше, ну, несколько меньше грозди ягода. Вообще сорт прекрасный. Высокая морозоустойчивость, устойчивость до болезни высокая. Вот, может вырастить ее и начинающий любитель винограда. Вот. А вот сейчас пойдем и посмотрим сорт на прививке. Поэтому надо это учитывать. Особенно для южных областей, где много выращивают виноград на прививках. Это вынужденная мера, чтобы спастись от филоксеры. А допустим, в центральных и северных областях, вот здесь можно его выращивать и на корнесобственных корнях, но чтобы вы знали, что прирост будет меньше.
А теперь я хочу показать вам тот же Юпитер, кишмишный сорт, но уже на прививке. Он привит, я даже уже не помню, просто я заменил куст. Кажется, гармония. Вот. Вот видите, какая сила роста, намного выше. О, крупнее ягода, крупнее гроздь. Но если тот на собственных корнях уже созрел, вот, то здесь еще нет. Вот, еще может через недельку он созреет, а может и позже. О, поэтому нужно это иметь в виду. Потому что очень большая разница на корне собственных корнях, вот, и на прививке. Если будете прививать на сильно рослый сорт винограда, естественно, сила роста Юпитера увеличится. Вот, нужно это иметь в виду. Ну и, естественно, срок созревания будет немного позже. А какой из сортов вы порекомендовали все-таки в качестве подвоя? В качестве подвоя обычно используют филоксероустойчивые сорта. Они испытаны. И известна ихня срастаемость. Потому что советовать какой-то культурный сорт для прививки его нельзя, потому что иногда оно не срастается. И никто не знает, вот, какой сорт с каким может срастись. Я много прививаю и замечаю. Одно срастается прекрасно и быстро, а есть сорта, которые не срастаются совсем. Поэтому лучше прививать на специальные подвои, допустим, Кобер 5ББ. Пожалуйста. Конечно, это сильнорослый будет у вас куст, привитый на таком подвое. Будет крупнее ягода и гроздь. Ну, естественно, созреет позже. Если на юге, пожалуйста, а в нашей местности, то здесь может какой-то и другой подвой. Пусть он, сила роста будет меньше, но чтобы не затягивалось созревание лозы, урожая. Вот. Поэтому тут трудно посоветовать, если прививать на культурный сорт. Здесь нужно пробовать. Хорошо, спасибо, Василий Викторович. Лівія, Фламінго на Аркадія, столовий сорт винограда сверхраннього срока созрівання з красивою крупною гроздю 800 грам і крупною 8 грам розової ягоди, овальної і яйцевидної форми. Вкус ягод лівії великолепен, м'ясисто-сочне, з мускатним ароматом. Виноград лівія прекрасно зарекомендував себе у виноградарі Полтавщини. Созревает в начале августа. Ягоды сохраняются на кустах больше месяца. Вот что говорит об этом прекрасном сорте винограда Василий Евдокимович 15 августа 2014 года. Пошли. Сегодня мы посмотрим некоторые сорта, которые уже созрели сверхраннего и раннего срока созревания. Когда-то зимой я, характеризируя саженцы, рассказывал о них. А сегодня мы посмотрим их, как говорят, в натуре. Вот. Перед вами сорт Ливия. Сорт сверхраннего срока созревания. Вот. Любительской селекции создал его Загорулько. Сорт, на мой взгляд, хороший, товарный сорт с прекрасным мускатным ароматом. Сорт обоеполый. Считают, что недостаток его в том, что он устойчивость к грибным болезням низкая. Я бы не сказал. Устойчивость, примерно как и всех столовых сортов, после двукратного опрыскивания, вот посмотрите, лист, вот, практически нет поражений. Так что сорт заслуживает внимания, хотя сорт уже довольно давний. Вот, я считаю, что у каждого
любителя такой сорт должен быть. Сорт рыночный, вот, вкус прекрасный. Сортом, потому что все, что мы видим, это гибридные формы. Вот, Ливия в настоящее время введен в реестр сортов Украины, вот, и считается сортом. Вот, довольно испытанный, популярный сорт. Виноград София, столовая форма раннего срока созревания. Родительская пара Аркадия на кишмиш лучистый. Автор Загорулько Виталий Владимирович, Украина. Грозди крупные и очень крупные, до 3 кг, плотные с крылом. Ягоды крупные и очень крупные, 10 грамм. Розовые яйцевидной формы. Мякоть масисто-сочная с мускатным ароматом. Кусты сильнорослые, цветок функционально женский. Устойчивость к болезням средняя, морозостойкость минус 21 градус по Цельсию. Вот что про эту гибридную столовую форму винограда рассказывает Якушенко Василий Евдокимович, виноградар-любитель из села Мачухи, что на Полтавщине. Пожалуйста, Василий Евдокимович. Перед вами сорт София. Тоже сорт любительской селекции. Появился он примерно в то же время, что и Ливия. Вот, создал его Загорулько. На мой взгляд, прекрасный товарный сорт винограда. Хотя сорт однополый, но опыляется он хорошо. Недостаток его в том, что очень плотные грозди. Поэтому за ними надо смотреть. И в случае, если где-то ягодка лопнула или повреждена, значит, нужно своевременно удалить. Сорт товарный. Пользуется спросом на рынке. Сорт ранний. Немножко позже созревает, чем Ливия. Тоже считают недостатком низкую устойчивость к грибным болезням. Но я бы не сказал. Вот посмотрите листья после двукратного опрыскивания. А этот год я бы не сказал, чтобы такой уж благополучный в отношении поражения грибными болезнями. Вот мильди очень могут жалуются любители. Вот год неблагоприятный. Вот. Но все равно вы видите, что лист чистый. Правда, два раза он опрыскивался. Спасибо, Василий Евдокимович. Как мы видим, столовая гибридная форма винограда София прекрасно растет на Полтавщине, имеет высокотоварные грозди, красивые, крупные и очень вкусные ягоды и перспективна для выращивания на любом винограднике. Виноград Валентина, столовая форма среднего срока созревания. Родительская пара «Восторг» на Аркадия на Мускат-Летний, выведена в Овневе имени Потапенко, Россия. Грозди крупные и очень крупные, массой до 1500 грамм. Среднеплотные, с крылом. Ягоды очень крупные, массой 12-16 грамм. Золотисто-желтые, удлиненные, очень вкусные. Мякоть мясисто-сочная с мускатным ароматом. Кусты сильнорослые, цветок обоеполый, устойчивость к болезням средняя. Морозоустойчивость минус 24 градуса по Цельсию. При выращивании на Полтавщине требует укрытия на зиму. Вот что про столовую форму винограда Валентина рассказывает у себя на винограднике Якушенко Василий Евдокимович, виноградар-любитель из села Мачухи, что на Полтавщине. Пожалуйста, Василий Евдокимович. Сегодня мы посмотрим сорт винограда Валентина. Сорт создан в институте имени Потапенко, Россия, Новочеркасск. Сорт среднего срока созревания для нашей местности. Это
центральная Украина, да наверняка и в России более северные регионы, это сорт, можно сказать, поздний, потому что созревает уже не раньше середины сентября месяца, а то и в конце сентября. Но это не значит, что в сентябре месяце не хочется кушать свежий виноград, поэтому такой сорт посадить нужно. Тем более, что сорт неплохой. Вот. Грозди крупные, килограммы более, крупная ягода. Вот. Форма грозди удлиненная. Вкус хороший, гармоничный. Вот. Мякоть тающая во рту. С недостатков есть данные, что сорт ягоды растрескивается осенью после дождя. Я с этим не согласен. Сорт у меня уже плодоносит лет 3 или 4. И никогда я не видел, хотя бы одна ягода лопнула. Тем более, что были недавно очень сильные затяжные дожди. Вот, ягоды целые. Так что это недостатком назвать нельзя. Вот, не лопаются ягоды. Говорят, что портит внешний вид ягод конопатость. Вот, ягоды на солнце золотистого цвета, красивые. Вот, да, есть иногда мелкие точечки. На мой взгляд, они не портят товарный вид ягод сорта. Устойчивость сорта к болезням, ну, можно сказать, выше средней. Вот, устойчивость хорошая. Вот, устойчивость к морозу. Сорт укрывной. Вот, 24 градуса. Вот, лоза вызревает. Ну, хорошо. Вот, так что такой сорт заслуживает внимания. И, допустим, как сорт, который можно использовать в свежем виде в сентябре месяце, вот, садить такой сорт нужно. Да, еще хотел бы заметить одну интересную особенность. Я даже, честно говоря, не знаю, как у других этот сорт себя показывает. У меня он почему-то слабой силы роста. Вот, на мой взгляд, это недостаток. Или нужно выращивать его на сильнорослых подвоях, потому что сила роста недостаточная. Вот, возможно, это только у меня этот недостаток. Других я его не видел. Вот. Вот это все, что я могу сказать об этом сорте. А так сорт интересный. Все-таки уже какое время, и ягоды чистые. Вот. И осы их особенно не поражают, не повреждают. Вот. Так что посадить такой сорт стоит. Спасибо, Василий Евдокимович. Виноградная форма Валентина действительно заслуживает внимания и перспективная для выращивания на дачном или приусадебном участке. Всем здоровья, счастья и хороших урожаев. С уважением, автор видео Владимир Исаев. 10 октября 2014 года. Виноград Хортон. Хортон – кишмишный сорт очень раннего срока созревания из США. На Полтавщине в этом 2014 году созрел в середине августа. Грозди средние, массой до 400 грамм, конические, средней плотности. Ягоды белые, цветочного вкуса, без семян, массой до 4 грамм. Устойчивость к грибковым болезням высокая. Морозоустойчивость повышенная, минус 28 градусов по Цельсию. Сорт винограда от Хортон Якушенко Василий Евдокимович, виноградар-любитель из села Мачехи, что на Полтавщине, выращивает уже 2 года и на второй год получил несколько гроздей первого урожая. Вот так он отзывается об этом заморском сорте. Пожалуйста, Василий Евдокимович. Перед вами кишмишный сорт
американской селекции Тхортон. Сорт мало распространенный, даже характеристики его нигде я не мог найти. Вот. Это первое плодоношение. В прошлом году почему-то была маленькая гроздочка. Вот. Интересный сорт. На мой взгляд, вкус очень хороший. Вот. Напоминает что-то такое вот цветочный какой-то аромат. Вот. Сорт очень устойчивый к болезням, очень устойчивый к морозам до 30 градусов. Его можно не укрывать. Поэтому сорт интересный и заслуживает внимания. Вот. Если кому-то где-то нужно посадить на беседку, на арку, где сложно снимать для укрытия, вот прекрасный сорт. Особенно для начинающих, которые особо не хотят ухаживать, упрыскивать, укрывать. Вот. Вот посмотрите, какая плотная пластинка листа. Понятно, что такой лист не поражается обычно болезнями. Спасибо, Василий Евдокимович. Кишмишный сорт винограда Тхортон действительно интересный. Всем здоровья, счастья и хороших урожаев. С уважением, автор видео Владимир Исаенко. Видеозапись 15 августа 2014 года. До встречи в новом видео. Виноград «Ландыш» – талисман на кишмиш лучистый. Гибридная столовая форма ранне-среднего срока созревания любительской селекции. Автор Загорулько Виталий Владимирович. Кусты сильнорослые, цветок обоеполый. Грозди крупные, массой 500 грамм и более. Умеренно рыхлые, бесформенные. Ягоды лимонные или лимонно-желтые. Удлиненно-овально-цилиндрические, массой до 14 грамм. Вкус мускатный. Устойчивость к грибковым болезням повышенная, морозоустойчивость до минус 21 градуса по Цельсию. Вот как об виноградной форме «Ландыш» отзывается Якушенко Василий Евдокимович. Пожалуйста, Василий Евдокимович. Перед вами сорт любительской селекции, создан Загорульком, «Ландыш». Интересный сорт. Вот в нашей местности, вот у меня, созревает в середине августа, в конце августа. Вот, прекрасный вкус, мускатный, плотная мякоть. Ягоды не растрескиваются и практически не поражаются осами. Вот. Кто любит мускатный аромат, вот, я думаю, что такой сорт посадить надо. Грозди крупные, ягоды очень крупные, плотные. Ну, устойчивость считают ниже средней, но опять же, если агротехника хорошая и профилактически дважды опрыскать, то никаких поражений нет. Вот вы видите, на мой виноградник дважды опрыскан перед цветением препаратами меди, в частности хлорокись меди. Вот, после цветения я опрыскал препаратом системного действия кабриотоп. Вот. Ну, может где-то чуточку есть поражение, но особого вот нет. Спасибо, Василий Евдокимович. Вкус ягод винограда «Ландыш» превосходный, мускатный, с каким-то необычайным привкусом и ароматом. Виноград «Гармонія» – столовая форма, получена виноградарем-селекционером из Запорожья Евгением Алексеевичем Ключиковым, Украина. Родительские сорта – подарок Запорожью и Кармакот. Срок созревания очень ранний – 105-110 дней. Кусты выше средней силы роста или сильнорослые, цветок обоеполый.
Грозди массой 500-800 грамм, на сильнорослых подвоях до 900 грамм, среднеплотные, иногда рыхлые. Ягоды крупные, средняя масса 6 грамм, удлиненно-овальные, темно-фиолетовые. Мякоть нежная, тающая, мясисто-сочная с тонким мускатным ароматом, с гармоничным сочетанием сахаристости и кислоткости, откуда и название «Гармония». Устойчивость к мелью на уровне отцовского сорта «Кармакот». В центре Украины и в северных районах выращивать необходимо в укрывной культуре. Василий Евдокимович Якушенко уже десяток лет выращивает на своем винограднике эту столовую форму и делится о ней своими впечатлениями. Пожалуйста, Василий Евдокимович. Перед вами сорт «Гармония». Сорт создан на основе «Кармакода». Сорт, на мой взгляд, тоже интересный. Если ягода чуточку мельче, чем в «Кармакода», и более растрепанные грозди, но у него лучший вкус. Вот. Легкий мускатный аромат, плотная мякоть. Вот. Сорт достаточно устойчивый к болезням и морозу. Поэтому вполне заслуживает внимания, и сажать его стоит. Спасибо, Василий Евдокимович. Название этой формы винограда «Гармония» соответствует действительности. Вкус ягод очень приятный и неординарный, намного лучше, чем у «Кармакода» и «Кадрянки». Столовая форма винограда «Гармония» перспективна для выращивания на любом винограднике. Виноград Ришелье – столовая гибридная форма очень раннего срока созревания. Родительские сорта – Страшенский на Кадрянку. Выведен селекционерами ОВ «Виноградная элита» – Украина. Кусты сильнорослые, цветок обоеполый. Грозди 600-800 грамм, среднеплотные, реже рыхлые. Ягоды крупные, массой до 12 грамм, овальные, темно-синие. Мякоть мясисто-сочная, гармоничного вкуса. Горошения не наблюдается, осами повреждается в средней степени. Побеги вызревают хорошо, устойчивость к морозу и грибковым болезням повышенная. Требуется 2-3 профилактических опрыскивания и укрытия на зиму при выращивании в средней части Украины и северных регионах. Вот что об этой столовой гибридной форме рассказывает Василий Евдокимович Якушенко, который выращивает ее на своем приусадебном участке в селе Мачухи на Полтавщине. Пожалуйста, Василий Евдокимович. Перед вами сорт Ришелье. Сорт сверхраннего срока созревания. Это гибридная форма Страшенского и Кадрянки. Ну, кто любит, допустим, цветную ягоду, сорт вполне хороший. Вот. Сорт урожайный. Сорт сверхранний, но в центральной части Украины, конечно, созревает немножко позже, где-то в середине августа месяца. Мякоть плотная, хрустящая. Вот. Сорт достаточно урожайный. Вот. Поэтому такой сорт, кто любит цветную ягоду, можно сажать с успехом, и никто его не выбросит, если уж посадил. Гроздь довольно крупная, до килограмма, может быть и больше. Ягода крупная, где-то грамм 8, даже до 10. Вот. Вкус, правда, простой, гармоничный. Спасибо, Василий Евдокимович. Столовая форма винограда Ришелье перспективная для выращивания на Полтавщине в укрывной культуре, на даче или возле дома. С уважением, автор видео Владимир Исаев. Видео записано 15 августа 2014 года на винограднике у Якушенко Василия Евдокимовича. Гала – столовая форма винограда раннего срока созревания.
выведена украинским селекционером-любителем Загорульком Виталием Владимировичем. Родительские сорта – подарок Запорожью и Кадрянка. Кусты сильнорослые, побеги вызревают хорошо. Цветок обоеполый. Грозди крупные, массой 500-900 грамм, отдельные достигают 2 килограмм, среднеплотные. Ягоды синего цвета, крупные, массой 7-9 грамм, отдельные до 12, конической или цилиндроконической формы. Ягоды очень вкусные, с мясистой мякотью, гармоничного вкуса. Сахаристость сока 16,5%, при кислотности 6,8 грамм на литр. Вот как отзывается про столовую форму винограда Гала Василий Евдокимович Якушенко. Пожалуйста, Василий Евдокимович. Перед вами сорт любительской селекции, тоже создан Загорульком, называется Гала. В нашей местности сорт раннего срока созревания, середина августа он созреет, ну, может, до конца августа. Для тех, кому нравятся, допустим, ягоды окрашенные, потому что здесь на каждому свое. Одни признают сорта не окрашенные, другим нравятся окрашенные. То вот, допустим, с окрашенных сортов Гала вполне заслуживающий внимания сорт. На мой взгляд, лучше, чем Надежда Азос. Его любят все за, допустим, синий цвет. Гала, на мой взгляд, лучше. Практически не горошит. Крупные ягоды, крупные грозди. Вкус простой. Мякоть плотная, хрустящая. Вот. Не лопается. Да и осами практически не повреждается. Так что такой сорт заслуживает внимания. Спасибо, Василий Евдокимович, за интересный рассказ и демонстрацию первого урожая винограда Гала. Как видим, эта столовая форма дает крупные грозди с крупными ягодами превосходного вкуса, как показала наша сегодняшняя дегустация. Сегодня 15 августа, и ягоды Галы уже вызрели полностью. Вызревшие грозди рекомендуется снимать сразу, поскольку перезревшие ягоды очень любят осы. Куст, показываемый здесь, молодой, ему третий год, и это первое плодоношение. Ну и отсюда видно, что эта форма перспективна для посадок на дачном или приусадебном участке. Форма высокоурожайная. Рекомендуется при обрезке плодоносящих кустов оставлять 35-40 почек при длине плодовых стрелок 6-8 глазков. Устойчивость к грибковым болезням, по данным из интернета, средняя, но за 2 года выращивания при двукратном профилактическом опрыскивании поражений не наблюдалось. Вот фото этого куста, сделанное 1 октября 2013 года. Как видим, листья чистые и без болезней. Морозостойкость формы минус 21 градус по Цельсию. При выращивании в зоне рискованного виноградарства лозы необходимо на зиму укрывать после осенней. Вот такая столовая форма винограда Гала. Всем здоровья, счастья и хороших урожаев. До встречи в новых видео про виноград, сад и дачу. Виноград Кишмиль Запорожский. Родительская пара Виктория и Рузбол. Выведена ОВ «Виноградная элита. Украина». Бестемянный сорт 4 класса бессемянности. Срок созревания ранний, 110-120 дней. Рост кустов средний или сильный. Грозди крупные, средней массой 800 грамм и очень крупные, до 2,5 килограмм. Среднеплотные, конической формы или с крылом. Ягоды овальные, массой 2-3 грамма. При обработке гибереллином 5-6 грамм. Цвет ягод темно-фиолетовый или темно-красный. Мякоть мясисто-сочная, гармоничного вкуса. Устойчивость к грибковым болезням, мильдью, оидиум, серая гниль высокая. Морозоустойчивость повышенная, минус 26 градусов по Цельсию. Вот такие характеристики бессемянного сорта Кишмиль Запорожский приведены в интернете. Что кроется на самом деле за этими строками? Как ведет этот сорт в разных условиях? Судя по отзывам на форуме, в разных регионах по-разному. Василий Евдокимович Якушенко уже около 10 лет выращивает этот сорт винограда. И вот что он про него рассказывает.
Пожалуйста, Василий Евдокимович. Перед вами кишмишный сорт, кишмиш запорожский. Сорт у меня уже давно. Вот сорт, с одной стороны, он интересный. Интересный тем, что он сверхурожайный. Грозди очень крупные, до 2 кг и выше. Класс бессемянности 3-4. Конечно, это недостаток, потому что в жаркое лето могут быть рудименты семян. Сорт неприхотливый, достаточно устойчивый к болезням. Да и морозоустойчивость его до 26 градусов. Недостаток тот, что он сверхурожайный. Урожай дает на всех пасынках любого порядка, поэтому перегружается. Несмотря на то, что сорт сверхраннего срока созревания, при перегрузке он не созреет у вас и в сентябре месяце. Поэтому по одной грозди на побег и не больше все пасынки удалят. А так, в принципе, сорт интересный. Вкус, конечно, простой. Это, допустим, не Велос или Юпитер. Вот, вкус попроще. Но другие достоинства в том, что он более устойчивый, более неприхотливый. Вот, ну и очень урожайный. Его еще называют суперсамоубийца. Это говорит о том, что если оставить весь урожай, то этот урожай и сам не созреет, и не даст созреть, вызреть лозе. И в конечном счете куст погибнет за зиму, так как не вызреет лоза. Поэтому нужно вот это знать по этому сорту. Спасибо, Василий Евдокимович, за интересный рассказ о кишмише запорожском и показ его гроздей на вашем винограднике. Как видели, грозди красивые и привлекательные. Масса ягод значительно больше указанной в описании сорта и составляет 4-5 грамм вместо 2-3. Это потому, что Василий Евдокимович применяет гибереллин на фоне высокой агротехники. Опрыскивание соцветий проводится концентрацией 100 грамм на литр 2 раза. Первый раз в начале цветения, а второй после окончания, когда ягоды имеют размер мелкого гороха. Сорт очень урожайный, все побеги и пасынки всех порядков с соцветиями, а поскольку грозди крупные, то это может вызвать сильную перегрузку и гибель кустов. Поэтому необходима обязательная нормировка урожая и удаление всех пасынков. Кишмиш запорожский – прекрасный опылитель, особенно для таких сортов и форм, как Талисман и Светлана. Растрескивание ягод у этого бессемянного сорта Василий Евдокимович за все время его выращивания не видел. Осами ягоды поражаются слабо, хотя на форуме по этому поводу нареканий много. Рудименты также бывают, но не всегда, и от года к году по-разному. Виноград кишмиш запорожский, несмотря на крупные грозди, бессемянные ягоды красивого цвета и хорошего гармонического вкуса, на рынке спросом пользуется слабо. Этот сорт скорее перспективен для выращивания на даче или возле дома для собственного потребления, а не для рынка. Всем здоровья, счастья и хороших урожаев. С уважением, Владимир Исаенко. Видео записано 15 августа 2014 года. Виноград «Сашенька» – сравнительно новая комплексно-устойчивая столовая форма винограда, выведенная в ОВНИИВ имени Потапенко, Россия. Родительская пара «Бируинца» и «Восторг». Известна также как ВИ-3-7-3. Как видим, гроздь крупная, как минимум в два раза больше ладони взрослого мужчины. Ягоды тоже крупные, янтарного цвета. Созрели в этом 2014 году к 15 августа, что для Полтавщины соответствует сортам раннего срока созревания. Ягоды сладкие, вкус приятный, гармоничный. Вот как о ней отзывается Василий Евдокимович после 10 лет выращивания на своем приусадебном участке в селе Мачухи на Полтавщине. Это в центральной части Украины. Пожалуйста, Василий Евдокимович. Сорт «Сашенька». У меня он уже давно, наверное, лет 10. О, сорт, в принципе, неплохой, хотя и давний.
Считается очень раннего срока созревания, но в нашей местности на очень ранний он не тянет, ну раннего, в середине августа, в конец августа он созреет. Сорт однополый, но опыляется он прекрасно, даже я долгое время не знал, что он однополый. Грозь крупная, килограмм, больше килограмма, ягода крупная, грамм 7-8 до 10 грамм. Мякоть плотная, хрустящая. Интересно цвет, даже не созревший, он такого янтарного цвета, красивый для рынка, прекрасный сорт. Спасибо, Василий Евдокимович, за отзыв и демонстрацию своего урожая. Сашенька, у вас удалась и в этом году. Прекрасный вид гроздей, да и вкус ягод приятный, гармоничный, с высоким сахаронакоплением. Не зря эта ягода пользуется спросом на рынке. Комплексно устойчивая форма столового винограда Сашенька перспективная для выращивания как для собственного потребления, так и для рынка. Виноград Лия. Лия – столовая комплексно-устойчивая форма винограда раннего срока созревания – 110-115 дней. Родительская пара – Атлант Запорожский на Аркадию. Получена любителем-селекционером Загорульком Виталием Владимировичем. Кусты очень сильнорослые, цветок обоеполый, грозди очень крупные, массой до 2 кг, среднеплотные, конические или с крылом. Ягоды округлые, большие, массой 8-15 грамм. Цветом от желтых с розовыми прожилками до розовых. Вот желтые с розовыми прожилками и розовые. Вкус ягод простой, гармоничный. Мякоть сочная, плотная. Устойчивость к грибковым болезням формы средняя. Осами поражаются ягоды слабо. Морозоустойчивость до минус 21 градуса по Цельсию. Своими впечатлениями о винограде любительской селекции «Лия» делится Якушенко Василий Евдокимович, виноградар-любитель из села Мачехи на Полтавщине. Пожалуйста, Василий Евдокимович. Это сорт любительской селекции, создан Загорульком, называется «Лия». Вот. Обычно этот сорт, я только что говорил о сорте «Виктор», который не набрал окраски. Вот вам второй случай. Это тоже розового цвета ягода. Она уже созрела, а розового цвета она так и не набрала. Разве где-то отдельные, видите, ягодки. Но сорт, на мой взгляд, тоже неплохой. Сорт товарный, очень крупная ягода бывает, где-то даже грамм до 15. Так что такой сорт посадить тоже стоит. Вот. Сорт созревание ранний. Вот. В настоящее время он уже созрел, середина августа. Мы его уже реализуем. Вот. За счет крупных ягод пользуется спросом на рынке. Вот. Так что такой сорт можно сажать. Устойчивость средняя. При двукратной обработке, видите, лист практически чистый. Спасибо, Василий Евдокимович. Вот такая столовая форма винограда «Лия» с крупными ягодами, как у талисмана. Такой виноград стоит выращивать, хоть для собственного потребления, хоть на рынке. Виноград «Зорница». Виноград «Зорница» или «Аркадия ранняя». Столовая форма любительской селекции получена крайной МВН. Родительская пара «Талисман» на кишмыш лучистый. Срок созревания очень ранний, 110-115 дней. Кусты сильнорослые, цветок обоеполый, грозди красивые, крупные, массой 0,7-1,5 кг, конической формы среднеплотные, без горошения. Ягоды крупные, массой 8-10 грамм, овальной формы, янтарно-желтого цвета. Вкус ягод приятный, гармоничный. Мякоть плотная, хрустящая, кожица съедаемая.
морозостойкость до минус 21-23 градусов по Цельсию, устойчивость к мильдиоидиуму 3-3,5 балла, урожайность, товарный вид и транспортабельность высокие. Вот как об этой столовой форме Крайдова отзывается Василий Евдокимович Якушенко. Перед вами сорт любительской селекции зерница. Сорт Крайнова. Вот. Сорт довольно мало распространенный, но он мне нравится. Вот. Грозди крупные, до килограмма, крупная ягода. Вот. Удлиненная. Вот. Сорт для нашей местности ранний. Он уже созрел, идет на реализацию. Вот. Считают недостатком этого сорта слабая устойчивость. Опять же, все зависит от хозяина. Вот видите, после двукратного опрыскивания абсолютно нет поражения грибными болезнями. Вот. Поэтому сорт, на мой взгляд, заслуживает внимания. Вот как товарный виноград для рынка можно сажать. Спасибо, Василий Евдокимович. Виноград зерница – интересный высокотоварный рыночный сорт и заслуживает внимания. Виноград блестящий, новая столовая гибридная форма, полученная во ВНИИ В имени Потапенко. Родительская пара Виктория на оригинал белый. Срок созревания очень ранний, 95-100 дней. В условиях города Новочеркасска созревает в конце июля, а на Полтавщине в первой половине августа. Кусты сильнорослые, цветок обоеполый. Грозди красивые, крупные, массой 600-800 грамм, конической формы, среднеплотные. Без горошения. Ягоды крупные, 8-9 грамм, овальной формы, розового цвета. В тени окрашиваются меньше, чем на солнце. Вкус ягод очень приятный. Мякоть мясистая, хрустящая при раскусывании с очень душистым мускатным ароматом. Устойчивость к грибковым заболеваниям средняя. Морозоустойчивость изучается, однако на Полтавщине лозы прекрасно зимуют при укладке их на землю и легком укрытии. Вот как отзывается об этой форме Василий Евдокимович Якушенко, виноградар-любитель из села Мачухи, что на Полтавщине. Перед вами сорт блестящий, создан в институте имени Потапенко в Новочеркасске. Но сорт интересный. Сверхранний, в нашей зоне, конечно, на сверхранний он не тянет, ну, ранний сорт, вот, центральная часть Украины. Интересный тем, что у него очень сильно выраженный мускат, вот. По вкусовым характеристикам ему, может, даже и равных нет. Хотя грозди довольно скромные, ну, до килограмма, да и ягода где-то грамм 6-7, вот, может, у кого и крупнее, но у меня вот такое, вот, но за счет вкуса все, кто его пробовал, всегда хочется его посадить. Понятно, для рынка, может, он и не подходит из-за размерных характеристик гроздей, вот, но за для себя, чтобы удивить друзей, гостей таким сортом по вкусу, вот, конечно, посадить его стоит. Насчет устойчивости, хотя институтские сорта считаются более устойчивые, вот, он блестящий, почему-то я бы не сказал. Устойчивость его на уровне сортов любительской селекции. Обрабатывать нужно обязательно, вот, и следить тщательно, потому что, хотя он и создан на основе Виктории, очень устойчивого сорта к болезням, вот, блестящий эту устойчивость потерял, поэтому устойчивость, можно сказать, ниже средней. Вот. Единственное серьезное преимущество этого сорта – это, конечно, вкус. Вот. Очень сильный мускатный аромат, вот, плотная, хрустящая мякоть,
Поэтому для себя посадить такой сорт стоит. Спасибо, Василий Евдокимович. Виноград блестящий, обладает высокими вкусовыми качествами, из-за которых его и следует выращивать. Всем здоровья, счастья и хороших урожаев. С уважением, Владимир Исаенко. До встречи в новых видео про виноград, сад и дачу.